После тяжелого рабочего или учебного дня этот сквер становится одним из самых людных мест на Зране. Здесь собирается и молодежь, и более взрослое поколение, развеяться и хорошо провести время. И сегодня у горожан появилось для этого еще больше удобств. Была благоустроена именно вот эта территория. Здесь был устроен мини-волейбольный, футбольный, пляжный стадион, а также скейт-парк. Больше всех этим площадкам радуется молодежь. Ребята признаются, что после школы очень любят проводить здесь время. Мурат Аздоев занимается волейболом и участвует в соревнованиях. Теперь у парня появилось больше возможностей заниматься своим любимым делом. Волейбол, баскетбол, футбол. Любое время, любое время. Благоустройство территории пруда началось в апреле прошлого года. Постепенно выполнялись ремонтные работы, тротуары, озеленение и многое другое. Скейт-площадка и площадка для футбольных и волейбольных игр была сделана в основном для досуга молодежи. Но только на спортивных площадках работы не закончились. Для удобства жителей были установлены новые скамейки, урны и сделано освещение. Все это было сделано благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды. На благоустройство было задействовано более 15 рабочих специалистов и несколько единиц техники. На все ремонтные работы ушло более полугода. Сейчас полдень, будний день, людей мало. А вот по вечерам, особенно выходные дни, здесь собираются семьями и большими компаниями. Как мы знаем, городской пруд является самой излюбленной точкой отдыха, точкой, чтобы провести какое-то время, отдохнуть, погулять и так далее. Поэтому благоустройство данной территории принесет большой вклад в развитие туристической инфраструктуры города. Отдых у водоемов всегда приносит определенное особенное удовольствие, поэтому именно благоустройство этой территории является приоритетом для города. В рамках этой же федеральной программы формирования комфортной городской среды в дальнейшем планируется третье комплексное благоустройство сквера. Специалисты уже проектируют дизайн. Мадина Цора, Сулейман Костоев, Новости 24.